На этой неделе героями новостей стали и сами журналисты. Правда, вместе с силовиками. Первыми в заголовки попали работники «Радио Вести». В четверг прямо с утра здание торгового центра, в котором находится редакция, оцепили нацгвардейцы. В помещение редакции вошли люди в масках. Сотрудников не пускали, выходы заблокировали. Организатор вот таких следственных действий – еще одно созданное недавно агентство по менеджменту и розыску активов. Официальное объяснение в рамках дела по экс-министру налогов и сборов Александру Клименко. Эти помещения, в которых работают «Вести», должны быть переданы в управление агентству. О давлении тоже в четверг заявили и сотрудники телеканала «1+1». Правда, уже со стороны Национального банка по требованию НАБУ. Детективов заинтересовало движение средств на банковских счетах, менеджмента журналистов и других работников телеканала. Запрашивают даже сведения о зарплатных проектах. Руководство канала трактует такие действия исключительно как посягательство на свободу слова. Кстати, на фоне вот такой активности силовиков уместно вспомнить и о давлении на наш телеканал. Поджог редакции новостей не расследуется уже больше года. Следствию были предоставлены даже видеоматериалы с лицами поджигателей. Но дело все равно с мертвой точки так и не сдвинулось.